Всем привет, и это прохождение игры Готики 2 Возвращение. Сейчас я направляюсь в болотный лагерь, чтобы взять там один квест. Суть квеста — это отнести посылку в город. Квест довольно несложный. Особенных трудностей в нем никаких нету. Поэтому выполнил его без проблем. Падальщик. Ага. Видимо, он от Глорха убегал. Сейчас, может, чешный га убью. Вздыхай. Еще одним монстром стало меньше. Я встретил. Ладно, пускай с ним уже Ган сам справляется. Может, с ним не справится и решил его убить сам. Вдруг еще убьет Гана. Подожди минутку. Кто ты? Меня. Поспрашиваем. Почему у тебя... Узнаем, что он тоже присоединен к кольцу воды. Ты... Он многое рассказывает. Что? О всем, что находится здесь, тем много рассказывает. О долине родников. Ты... Также рассказывает, что здесь появился один. Подожди минутку. Опасный зверь, который постоянно мешает ему охотиться. Я этого зверя убью. После этого также он может научить меня охотиться. Вот я уже подхожу близко к болотному лагерю. Вот его уже отсюда стало видно. Перед тем, как идти в болотный лагерь, лучше одеть набережную повязку Братства Спящего. Лишь Юберио. Привет, с ним несколько. Говорю, что я хочу вступить в болотный лагерь. Наступать я в него не буду. Вступать я буду к магам огня. Просто здесь буду выполнять квест и получать дополнительный опыт. Так... Также со мной начнут говорить все послушники, всякие разные торговцы в этом болотном лагере. Эй, ты! После того, как я выполню вот этот квест. Вот. Идол Орланд дал мне пакет, который я должен отнести в город. Лариусу, губернатору. Больше людей присоединялось к нему, следуя зову спящего. Ну а сейчас я направляюсь в город. И дорогу в город я вырежу, потому что здесь нет ничего такого интересного. И ничего такого нового, чтобы вы еще не видали. Вот я уже перед городом. И прежде чем отдать посылку, я, пожалуй, закуплюсь некоторыми свитками. Тем более, я пришел еще немного рано. У меня есть еще, ну, чуть меньше Покажи. Часа. Так, сначала продам всякий ненужный хлам. Пиратскую саблю, корабельный топор, топор лесоруба, грубый широкий меч, грубый топор, шпаги, ржавые мечи, волчий нож, короткий меч-ополчение, грубый короткий меч, тяжелые палки,
Кинжал и легкий рычаг, арбалет, арбалет, два коротких лука, болты. Ты хочешь сказать? Что бы еще можно продать? Как это типично для него? Так, вот пилы. Еще продам две пилы. Ты хочешь сказать? Ну, одна сторона, пока продавать ничего не буду. Все будет только хуже. Кто это сказал? Перезакуплюсь свитками. Так, свиток огненной стрелы буду покупать, так нужно. Два огненных шторма куплю. Кто-то должен сделать. Так, огненного шара плюс свитков. Так, свиток сон еще нужен. Может, чтобы кулак ветра, ну ладно, если не купил, так не купил. Так, ой. Не может быть всем. Случайно открыл карту. 16:35. А, и да, Орлан сказал, что это как его. Сейчас забыл, как же его зовут. И Белиар заговорил еще с одним существом. Но Аданас послал прилив. Это существо выходит было смыто. На улице стал подышать свежим воздухом. В 17:00, ровно на один час. Так может продолжаться вечность. А в 18:00 он снова заходит в том дом, где находится лорд Хаген. А меня туда пока что не пускают. Вот поэтому мне как раз надо подождать время 17:00, когда будет. Я даже не знал об этом. 16:47. О, нет, он уже здесь. И странно. Может, 16:00 выходит. Так. Желательно переодеться, иначе он не примет посылку. Что ты делаешь? Кто? Я Лариус, губернатор. Даже если я не кажусь тебе таковым в данный момент, я самый влиятельный человек в этом городе. То есть ты всем здесь заправляешь? Я, ну, в настоящем. Здесь командует этот лорд Хаген. Отдаем ему посылку. Он взамен мне отдал конженую сумму. Если открыть в ней будет, по-моему, 1000 золотых монет, насколько я помню. Теперь эту кожаную сумму я должен отдать. Сейчас как его? Идолу Орлану. Он не заслужил этого. Он слишком много. Но пока что я ненадолго забегу к Лорасу и спрошу его, знает ли он что-нибудь о телепортационных камнях. На этих телепортах. Просто мне надо открыть телепорт возле таверны. Как раз назад, чтобы сделать этот квест. В болотный лагерь я буду пользоваться телепортом. Эй! Там где? Тебе доводилось пользоваться телепортами? Нет, но я... Я уже проходил. Ну, конечно. Ну что ж, если тебе не страшно ими пользоваться, попроси трактирщика Орлана впустить тебя в его пещеру. В ней спрятан один из телепортов. Выходи через восток. Вот и все, открыли телепорт. Но сейчас я пойду в болотный лагерь. Но прежде чем туда пойти, я думаю и забью Мо. Пожалуй-ка я сохранюсь перед этим. Итак, я сохранился, подлечился. Одел волчий зуб, там меч на 45, и говорим, что Кардив жалуется на тебя. Естественно, сейчас он на меня накинется. Да, задай его! Покажи! Я с ним все-таки справлюсь. Стой, трус! Терон мне довольно хороший. Покажи ему! Вот так. Ага.
Отлично. Вставай уже быстрее. Мы еще посмотрим. Хорошо, Все, Мо уходит. Теперь можно сказать Кардифу, что Мо ушел. И больше не будет стоять и требовать со всех, кто сюда вошел, деньги. Теперь я могу к ним подходить к Кардифу каждый день и получить 10 золотых монет. Вот так. Ну а сейчас я направляюсь в болотный лагерь, чтобы сдавать квест.